О, Дані, красавчик. Іди, мама, ми тут нам дякую. Вот и все. Ну что, ай, блядь, что? Да, да. Да, так стараюсь душить. А ты ногами, Миша, душишь? Что ты делаешь? Ногу под колено, это, вот это под колено сюда ставь. Так есть. Еще, да, разворачивай, души нужно. Там раз таких. Вот, еще. Блин, ну, сюда, сюда, вот, сюда. Вот, сюда. Сейчас он не вот руку прям, еще руку туда, вот эти вышки туда еще убери. Убери в сторону. Вот. Вот, все, зашили. Так руку держи. Сейчас он подолгу. Да, вот уже смотри, крюкает здесь. Держи, так и держи, все, придержи. Давай, я пустая, так ее удержание идет. И удушение удержание. Матея? Перешли в свое место. Матея? Матей, ты ушел, Кателин вышел. Ты ушел, вышел, Матей. Готовы? Приготовили? Сели на колени. И сели больше. Ты хочешь хорошо бороться? Да. Я говорю, ты говоришь. Реши вопрос, или ты работаешь, или ты обращаешь на тебя внимание, или так вот. Хорошо. А что боремся? Так, отпусти его. Отпусти его. Вставай ко мне. Саша, гибри. Значит, папа, мне кажется, ты идешь сюда. Значит, на одном снаряде больше 30 раз не делаешь. Делаешь 800 раз. Здесь 30, там 30, там 30. Хорошо? Я могу быть уверен, что ты будешь делать? Да, хорошо. Андрей, Матвей, Андрей, ты идешь сюда. Зачем ты сюда переходишь? Вот уже удержания нет. Давай, Саня. Он не понимает.
Смотрите, вот Сашу держит, да? Вот что в этом случае делать? Да, я не помню. Тогда я другой, все, Мате. Тогда я еще другой покажу. Посмотрите. Кидай город. Смотрите, вот отсюда. Вот отсюда. Значит, это не вот отсюда. Берем отворот. Отсюда. Раз, заводим. Да, и берем за вторую руку. Оп, и внушаешь. Захватили. Отсюда переходим. Раз, вот. Получается, две руки. И внушаешь. Вода. Отсюда. Можно, наверное, отсюда можно. Раз, захватил отсюда, хоп. И хорошо. Мате. Так, внимание сюда. Так, Денис сюда, Сергей сюда. Сергей сюда ложись, Денис сюда ложись. Ложись. На живот. На живот. На живот. А, перейди вот туда лучше, там снимай. Андрей, туда. Я тебе тоже. Не опасно. Ты ложишься сюда, ты сюда. Ложишь, ближе. Так, вы втроем. Еще раз. Локтями этот аккуратно переворачивается. Вы его должны перевернуть, без внушающих болевых, положить на спину, руки в сторону. А вы втроем должны его. Готовы? Начали? Минута вам! Минута! Не считаю Андрей, стоп, Андрей, сверху стоп. Перешли в центр туда. Высокоперный. Андрюша в центр ложи. Ажины, пошли. Пошли. Пуст. Вот вылезай, Андрюха. Вылезай сюда. Встань на колени. Что ты лежишь? Ты лежишь, другим не даешь. Так, время. Время. Давайте переворачивайте. Ну, руки в стороны. Руки в стороны. Стоп. Мате. Минута прошла, не успели. Поменялись. Вы идете на сырбу, вы идете сюда. Что вы улыбаетесь? Не можете сырбу перевернуть втроем. Андрюха, там аккуратно. Готовы? Время. Держись. Да. Ноги скрестил? Нет. А, он вдали лежит. Да, и как я могу ударить? Ну, конечно, чтобы я прокачал считать. Без болевых, только удержание. Так, считай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мате, время, не успели. Поменялись. Минута ушла, вы не успели сделать удержание. Еще раз, перевернуть и удержать. Единственное, что, если я переворачиваю, не ложитесь на спину. Вы его ложите, а все вы сами ложите. Приготовили? За волосы его, на ногах. За руку возьми, вот вторую руку. Вот, вот. Черт! Можете стойки встать. Так.
Держи. Раз. Я ногу держу, смотрите. Так между ног ты не держишь. Между ног возьми. Захватывай. Не считает удержание. Нога там. Сила воли отсюда. Матея. Матея. Поменялись. Эй, что ты ногу свою отдал? Что это такое? Ох, Саша. Ой, тут что-то чем. И он взял ногу, лежит на спине, вы втроем в ногу. Приготовились. Аджи. Перевернуть и удержать. Не ложись, не ложись, Даня, уйди в сторону. Выйди под него. Вот, встань на колени, встань в стойку. Стоп, так оно. На центр. Переворачиваем. Вот, молодец. Как молите? Пошли. Вот. Я Время. Матея. Не успели. Поменялись. Весь руку там и лежишь там. И не должен лежать на спине. Еще два раза. Один и два. Ну, пацаны, собрались. Аджи. Ради газа убрать. Нет, вот, теперь держите, а ты вылезай, Саша. Вылезай, Александр. Там почти удержали, молодцы. Но там Саня чуть припять коленом в лицо не схватил. Не, ну куда же ты лицом идешь? Так, хорошо. Разошлись по парам. Денис идет к цирку. Так, Даник, ты сюда троечку, мы сюда троечку. Так, сейчас делаем бедро. Бедро. Три броска. Ты три броска, он три броска, он три броска. И по кругу крутимся. Вы делаете тоже. Вы делаете три вправо, три влево. Слышишь? Три вправо, три влево и меняете. Слышишь? Три вправо, три влево и меняете. Да. Вы все услышали? Еще раз. Не только вправо, но и влево три. Три. Пошли. Пошел, Даня. Оп. Стоп. Ты бросай его, он меньше. А он будет его. Бросай его. Бросай как ты его. Давай, Катерина. Вот. Три броска. И потом Катерина бросает Андрея. Андрей тебя. Три броска. Сделал броска. Саша бросает Мишу. Миша, Даня. Три броска сделал, ушел. Саша, бросаешь Мишу. Миша бросает Даню. Что ты делаешь? Ты должен разогреться сначала. Да, разогреешься, да? Это не значит, что по три броска и все. Две минуты работаем. Две минуты работаем, броски все время делаем. Миша, бросок. Три вправо-влево и меняете. Еще минута. Вот,
Пошли. Что-то другое делать. Да? Видишь, когда ты в сторону так не поворачиваешь еще. Потому что не разогрелся. Мате, сейчас делаем так. Бросок. И кувырок через партнера. Кувырок, не кувырок, а страховка через правое. Вот если вы правое берете рукой, значит через правое. Если левое, значит через левое. Я думаю, что по одному мало. Это по два броска. Нет, один я. Нет. По-моему, там. Ты делай три в одну сторону, он три тоже. Потом ты в другую, он три в другую. У вас вы по два броска делаете. Андрей бросок, кувырок, бросок, а нет, наоборот, потери. Бросок, кувырок, бросок, поворот и меняемся. Аджина, пошли, три минуты. И кувырок. Вот так, все, следующее. Кто потом бросает? Бросок и кувырок. Хороший бросок тогда. Пошли по два, вы по три. И меняетесь, и меняетесь. Три минуты работы. Значит, вы боретесь лук-то дзюдо.